Главное остается это развитие. Развитие экономики нашего региона, это ориентирование, ориентация на демографию и поддержку рождаемости. Мы специально выделили мероприятия по образованию, по поддержке тех, кто решил увеличить свой семейный состав. Мы очень внимательно отнеслись к вопросам социальной поддержки. Я думаю, что в ближайшее время мы объявим о дополнительных мерах по поддержке наших ветеранов к 75-летнему юбилею Великой Победы над немецко-фашистской Германией. И я уверен, что не только эти, но еще, так сказать, дополнительные меры, которые мы заложили, это в том числе введение нового общественного транспорта городского, нового формата в городе Твери. Это повышение качества жилищно-коммунального хозяйства, строительство, ремонта дорог, это реализация национальных проектов. Все это, конечно, даст новый качественный уровень развития нашего региона. Мы прекрасно понимаем, что это огромная работа, что, к сожалению, сегодня нам не хватает трудовых ресурсов, которые бы реализовывали эти программы, но по-прежнему мы работаем в направлении привлечения наших местных предприятий, наших местных трудовых ресурсов по реализации этих проектов.